Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами Призм Банк. Это совместный парамайнинг, который дает нам до 0.6% в день. Это безопасно, сложные проценты, высокий доход. Что такое Призм Банк? Онлайн. Простой и удобный кошелек с возможностью совместного парамайнинга позволяет хранить, переводить и получать пассивный доход пользователям, где бы они ни находились. Преимущество: от одной монетки автоматический ввод-вывод без модерации. 100% находится у вас в кошельке. Высокая доходность, рост и прибыль, выгодная партнерство. Регистрация здесь простая. Если кто захочет присоединиться, нажимаете «Открыть кошелек» и заполняете форму. Email, два раза пароль, ставите галочку, нажимаете «Регистрация». Я же зарегистрирована здесь уже давно, но я ничего не пополняла. Вот, сейчас все буду делать в режиме онлайн. И будем разбираться с этим кошельком. И после как входа, если нужно будет, подтвердить письмо на почте. Значит, это наш свободный баланс. После пополнения мои монеты попадут вот на свободный баланс. Здесь будет идти парамайнинг. После как я нажму «Промайнить», монетки мои перейдут сюда и начнется парамайнинг. Это вот домашняя страничка главная. Основной баланс. Доход от парамайнинга 0.48%. Баланс парамайнинга, реинвест. Это пока у меня тут все выключено. У меня все по нулям. Далее. Кошелек. Вкладочка. И здесь как бы все пусто. Нажимаю призм. И отправить вкладочка. Это вывод. Когда буду отсюда выводить, буду прописывать адрес, публичный ключ, сумму. Далее комментарий. И здесь уже с учетом комиссии как бы высветится сумма. Как бы и нажать «Отправить». Мне же нужно получить, так как я буду его пополнять. Мне дали адрес, публичный ключ и обязательно, друзья, вот этот вот комментарий. Это очень важно. И минимальная сумма пополнения, обратите внимание, одна монетка призм. Я хочу уже сюда закинуть 10 монет призм. И читаем вот эту всю информацию. Вот. В случае, если вы отправите транзакцию меньше минимальной суммы пополнения, средства будут утеряны. Значит, если вы отправляете одна монетка, одна. Если 5 монет, то 5. 10, значит 10 монет. И как бы тоже читаем. Ну, давайте перейдем к пополнению. Я... Так, отправить адрес получателя призм. Нажимаю. Так, адрес. Я его копирую. Иду в свой кошелек. Так, друзья, вот мой кошелек. Нажимаю «Send». И сюда я вставляю адрес кошелька. Сюда публичный ключ вставляю. Публичный ключ. Вот этот я копирую. Вставляю сумму. Так, переведем на русский. Да, на русский не переведешь. Так, ладно. Сумма.
10.00. Вот так. И сюда вот комментарий, который у нас прописан здесь. Вот у меня в моем вот в этом кошельке. Копирую комментарий. Комментарий. Сейчас я проверю. Угу. И все, сюда не обязательно, нажимаю процесс. Ага. Так, а сюда нам что, инвалид приваткой? Ага, сюда надо приват ключ ставить. Сейчас поставлю на паузу, чтобы не показывать, и введу. Я ввела приватный ключ, это пароль у нас как бы. Значит, и нажала submit, и второй раз submit. Все, у меня на балансе осталось 14 монеток. Так, с этим все, вот мои отправленные мои монетки. Вот они. Я перехожу сюда. Буду теперь ждать пополнения, когда у меня монетки придут. Пока у меня нет монет, еще не пришли, подожду. Далее, кошельком разобрались. Здесь у нас вкладочка «Обмен». Здесь купить, продать, ордера, но это как бы тоже от одной монетки, это мне не надо. Здесь будет находиться наша структура и реферальная ссылочка. Вот. Ну, здесь уровни показываются. Так, далее, профайл. Здесь мои контактные данные указаны. Елена Смирнова. Телеграм я не указывала, так как я там... Ну, не бываю редко очень скайп, телефон, все. Ну, а здесь вот история. Еще пока пусто. После того, как мне придут мои монетки, вот эта моя сумма будет здесь 10 монет. Я нажму «Парамайнить». Эта сумма моя перейдет вот на этот баланс. Это я уже запишу в другое видео. И вот здесь начнется парамайнинг. Ровно в 19.00 по Москве вот эта вот сумма, которая у меня будет, она будет переходить на основной баланс на мой. И уже вот это в сумме все опять начнется парамайнить. Вот. Ну, ждать я не буду. Это займет некоторое время. После того, как будут монетки, я запишу другое видео. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!